Microsoft представила обновленные Surface Book 2. Девайсы базируются на процессорах Intel Core 8-го поколения. Компания Microsoft представила второе поколение планшета-гибрида Surface Book, в основу которого лег процессор Intel Core 8-го поколения. Среди особенностей девайса – поддержка работы со шлемом виртуальной реальности Windows Mixed Reality, передает ZDNet. Издание сообщает, что новинки оснащены процессорами Intel Core i5-7300U или Core i7-8650U. При этом в старшей версии доступна опция графического процессора NVIDIA GeForce 10. Гаджет предлагается с дисплеями диагональю 13,5 и 15 дюймов. Первая версия получила разрешение 3000x2000 пикселей, а вторая 15-дюймовая – 3240x2160. Объем оперативной памяти устройства составляет 8 или 16 ГБ, а внутренний – 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Также новинка получила две камеры с разрешением 8,5 МП и фронтальные стереодинамики. Производитель заявляет, что на одном заряде гаджет способен проработать 17 часов. Стоимость Surface Book 2 стартует от отметки $15,000. При этом топовая версия оценена в $25,000. Ранее корреспондент Net сообщал, что компания Microsoft убила свой проект Windows Phone. По материалам сайта Newsgroup.